Здравствуйте, дорогие мои! Рада видеть знакомых и незнакомых, ну, больше, конечно, знакомых. Спасибо, что вы пришли сегодня. У нас очень плотная программа. Я представлю не только свои песни, но и много будет исполнительского материала. Сегодня со мной в программе Дмитрий Пелевков, которого вы многие видели. Арсен Багдасаров. Представители группы «Регион 40» Алексей Филаретов, Алексей Васильев. Вадим Левашов, как без него. Да? Ну и, собственно, я. Итак, начнем. Первая песня называется «Без ответа». Испугни тишину тугую, пусть легонько ресниц коснется, слышишь, песню поет, какую уходящее с неба солнце. Видишь, нам на излете танца улыбаться с неба звезды, и пора бы уже расстаться, и остаться еще не поздно. Вторая песня написана очень давно, 12 лет назад.